И всем привет, с вами Нидерланд, и мы продолжаем проходить сюжетную ветку Кабал Онлайн. На этот раз я... О, чё, собственно, на этот раз-то? Сейчас я, собственно, хотел сказать, пойду к вот этому Сириусу. Или как его там? Не, Сириус его вроде зовут. Так, это я не могу, это не могу. Точно. Учитель, иди сюда. Ты мне кое-что должен. Вот эту вот штучку надо взять. Это у нас особый пассивный навык. Самое главное, он увеличит нам дальность атаки. Ну, еще точность так неплохо. А теперь точность... Ух, 1600. Кстати, и давайте всякую хрень продадим. Кстати, вот меня всегда мучил вопрос. Я не знаю, как это вообще найти информацию, поэтому... Ну, я, конечно, не то, что прямо искал. Но как называется вот такой тип одежды? То, что сейчас на... Низерий надет. Как вообще вот такая хрень называется? То есть, очень часто в каких-то фэнтези такая, такой вид одежды есть. Вот с такой вот хренью. И, ну, собственно, когда ни штаны, ни юбка, а вот какая-то такая хрень свисающая. Как это вообще называется? Кто-нибудь знает? Мне вот всегда это было интересно, как такая хреновинка называется. Но я не знаю этого. Отлично. Вот если кто не знает, скажите, как эта хрень называется. Да, значит, не забыл. Где моя глава? Я обещал передать химические реагенты на Даки в джунгли. Хочешь, передам? О, вот сама доброта. Спасибо, сейчас отдам реагенты. Передай их на Даки. Хорошо, передадим. Когда будем там поблизости. А раз нам дают квест туда... Значит, мы скоро туда пойдем. Собственно, мы сейчас уже должны туда идти, потому что нам язычика нужно передать этому штуку. А, я квест не взял. А, ну ладно, потом. Потом выполним его все равно. Так, ждет Сириус. Здорово, мужик. Что скажешь? О, добро пожаловать. Помнишь свою первую карту Апокалипсиса? На карте обнаружила силу. Искатель истины, забывший о смерти. Воин. Отказавшись почить с миром в пылающей земле. Великая страсть, взирающая на кровавый мир. И еще собрание на вершине алтаря среди снежной бури. Не очень-то понятно. Именно так. Древние силы очень трудно расшифровать. Нам удалось найти сами символы, проблемы в их интерпретации. А, ты знаешь, что у тебя господин Хейли? Это не тот старик. Ага. Полагаю, тебе уже посчастливилось с ним повстречаться. Тот еще чудак, но он мудрейший в Неварете. Хейл единственный, кто сможет быстро расшифровать такие символы. Вот, возьми просто портал, он пройдет в лабораторию Хейла. Проси раз забрать его символы. И отправлюсь к нему. Ох уж этот. Как его там зовут? Куда я иду вообще? И тут я, кстати, вспомню, что... камера текстура упала. Мне нужно вот эту штучку. Пару штучек еще купить. И давайте зелье все вот эту хрень вообще на второй страницу положим. Это эти пока еще рано. Лимоны. Ну и вот эти пару штучек возьмем. Теперь мы можем идти туда подальше. Да. А, это нужно, да, всего джунгля чайни. Чё-то мне показалось, мне какой-то квест нужно этому чайнику сдать. Но нет, вообще ни разу. Вау. Ничего ж себе. Дорогая хреновинка-то. Ладно. Кажется, что монстр сильнее, чем раньше. А. Это музыка. Сейчас мне опять за нее пролетит по башке за всю эту музыку. Но я надеюсь, сейчас это уже не так слышно будет, поскольку я все-таки настройку сделаю потише. Я же настройку сделаю ее потише. Ну да, вот она. Пониже звуком идет.
Что-то вообще никак не впечатляет этот скилл, направленный взрыв. Бесполезен, по-моему. Ну, может, конечно, если он действительно парализует, то это и хорошо, но что-то я парализацию особо не заметил. Перезарядка в 3 минуты, это не смешно. О, здорово, мужик, давно не виделись. Я уж обрадовался, что тебя нет рядом. Зачем ты здесь? Чем ты будешь заниматься на этот раз? Сириус про Сириус спросил. Что? Сириус? Черт, ну ты заноза. Я не могу отказать, если это просьба Сириуса. Сейчас попробую разобраться. Кто ждет вас? Открыл вход. Готово, иди сюда. Нет, стань там, не подходи так близко. Ну скажи, что значит. Вот за что не люблю молодежь. Ты с ним вежливо, они вот этот грубят. Что за манера? Прошу прощения, но все же. Слушай, искатель истины, забывший о смерти, это скелет-маг. Воин, отказавшийся почистить с миром, в плащем для... Это особенно мумия. А великая страсть, взирающая на мир, огромный паук. Ой. В каком смысле ой? Прям как глупец, достигший просветления. Скелет-маг с негозабвения зовет искателем истины из своего посоха. Вот в чем дело. Собери все указанные предметы, доставь их в алтарь снежной бури, и, возможно, у Сириуса достигнете цели. Теперь хватит мешать, ступай вон, вон отсюда, прочь! Не любит нас тут. Да, ну нам не привыкать уже. Так, вот тебе алхимический ингредиент от Киллер. Значит, мой заказ наконец-то прибыл. Каждый раз, когда я заказываю что-нибудь у Киллер, товар приходится долго ждать. Очень уж она забывчива. Ничего не поделаешь. Главное, что вообще приходит. А то, если бы вообще не приходил, было бы крайне обидно. Так, я офицер из этого... А, вот ты. И пленник с тобой превосходно. Когда мы решим, что с ним делать, я тебя позову. А пока отдыхай. Я все тщательно обдумал. Полагаю, следует просить пленного язычника, что он больше нам рассказал. Просить. Ты хочешь сказать, пытать? Можно и так сказать. Пленный язычник заперт в тюрьме в джунглях. Допроси язычника, пусть он расскажет тебе о похищении. Это пригодится электрический стол, к которому оборудована тюрьма. Только не ставь сразу максимальную мощность. Ох уж маньяки. Ну, кстати, сейчас по пути захватим квест. Ух ты. Уже практически мы соответствуем параметрам. То есть еще один уровень, и мы спокойно будем соответствовать необходимым параметрам на следующий уровень. Ох, Хендерсон, что скажешь? Дело серьезное, как только язычники заговорили о конце света, мирные жители отчаялись и повсеместно принялись играть в азартные игры, хоть это и запрещено законом. Сейчас у меня не хватает стражников, чтобы обойти все игорные дома, ведь заведений становится все больше. Помоги нам, пожалуйста. Мне стало известно, что повальное увлечение азартными играми хватило и нашу колонию. За беззаконие пора прекратить. Вот, возьми эту сирену и включи ее, пожалуйста, когда будешь находиться вблизи игорного дома. А мы типа должны отметить, где они находятся, чтобы потом стражники могли прийти и пересадить всех. Ох, мастера же эти язычники обманут людей. Что моя мать могла вырваться из их лап? Она так увлеклась языческой религией, что я боялся никогда ее больше не увидеть. Одна беда, матушка говорит, что по дороге из убежища потерял зеленый браслет, подаренный ей моим отцом. Ведь она так дорожила этим украшением. Хочешь, я найду и принесу браслет? Серьезно? Но, говорит, там были какие-то призрачные скелеты. Я думаю, речь идет о скелетах магах с него забвения. Ходят слухи, что они нападают на путников ради ценных вещей, иногда даже убивают их. Не укрутить, но, может, ты отправишься и берешь зеленый браслет? Ой, из этих скелетов. Хорошо, берем. А как раз нам к ним надо идти. Хотя вот по квесту вторая карта апокалипсиса нам уже... Вот этот алтарь снежной бури, это вообще та еще жесть. Один из самых сложных для прохождения сюжетных вот этих квестов и данжиков. Ух ты, кстати говоря, мы же домики сюда пришли грабить. Так, включай сирену. Привлекай стражу. Да, так вот. Вот в том данжике, вот где вот этот алтарь снежной бури. Это я там, если не буду очень аккуратно играть, то меня там убьют несколько раз явно. Ну, кстати, все уже к стражнику можно возвращаться. Но мы идем не к стражнику. Кстати, вот видите, вот тут портал, которого быть не должно. То есть мы его сейчас
Мы туда попасть не можем, поэтому мы не должны его видеть. Но почему-то мы его видим. Мы идем пытать. Очевидно, что язычники атаковали лагерь пленников, чтобы освободить соратника. Убейте язычников и поговорите с пленником. Ух ты. Куда тут сныкаться можно от вас? Иногда кнопка что-то отказывает. И не хочет делать очевидных действий. Кстати, эту банку надо выкинуть отсюда. Раньше, помню, банки не различались по уровню и просто использовались как-то в порядке. Всегда была иконка вот такая, средняя. С какого-то обновления добавили новую версию банок. О. Я ничего не знаю, я ничего не скажу, я ничего не слышу, я ничего не видел, ничего не скажу. Ваш заряд. Язычник пробормотал какую-то тарабарщину. Возвращаемся к офицеру. Надо, конечно, в том месте использовать электрический стул. Там же все в воде. Так же всех перебьет. Они становятся сильнее всего под полной луной. Не понимаю. Это же не вампиры. Вампиры? Легенда гласит, будто под полной луной вампиры наполняются неисчерпаемым запасом энергии. Но вампиры — чудовище клан нежити. Но до сегодня мы плавали, что за язычником стоит темный клан. Очевидно, язычники гораздо хитрее, чем мы думали. Они затаятся на какое-то время, но до полной победы еще далеко. Не тревожно. Но ты молодец, спасибо тебе большое. В эти беспокойные дни по всему Невалету начали множество язычники. Они говорили людям сладкие речи, обещая великую награду, когда придет конец света. Те, кто верил язычникам, бросали свои дома и семьи и следовали за своими новыми единоверцами. С каждым днем язычников становилось все больше, их сила возрастала. Более всего, они больше не могли закрывать на это глаза. Следить за язычниками отправился специальный отряд. В этом отряде были и вы. Ваша цель была найти тех, кто ушел из дома ради служения культа. Их следовало немедленно вернуть домой. С помощью сына Коллинза и других отважных людей вам удалось многих отправить обратно, доказав, что учение язычников ложно. Тогда язычники показали свое истинное лицо. Их тайная цель была нарушить мировой порядок и захватить власть над Неваретом. Среди сторонников культа был и темный клан, вынашивающий разрушительные замыслы. Темный клан сумел захватить растительный клан и 5 других кланов монстров. Все черное влияние на людей возрастало. Однако по-прежнему неизвестно, как гильдия мага связана с кланом нежить. Возможно, что язычники только верхушка айсберга. Кто знает, какие еще интриги плетутся в Неварете, кто стоит за язычниками. Ох, что эти заставки с быстрой перемоткой. Ни хрена не успеешь их прочитать. Так, давайте пойдем туда. Вот туда вот. Вот, ну вот туда. Кстати, ты что хочешь сказать? Так. Ага. Недавно других отчаяний пропали несколько странствующих торговцев в спутниках. Организовали расследование, причина всему пауки. На метках пропажи людей повсюду была паутина. На всякие мерзости пауков вдохновляет Терафоза. Чудовище, появившееся в результате мутации. Убей эту хрень, пожалуйста. Давайте пойдем убьем эту хрень. Сейчас я должен ее просто покарать за все, что она делает. И за все, что она вообще, за то, что она вообще существует. Ух ты. Дали больше опыта, чем за квестовый. Чем за сюжетный квест. Квестовый квест. Гениально. Кстати, я еще эту хрень никуда не делал. Здорово, Терафоза. Соскучилась? И вот я ни хрена по тебе не соскучился, зараза такая. Да, но сила атаки, конечно, вообще удручает просто. Так. Обманываем паукчиху. Таким образом, у нас получилось ее с вами победить без того, чтобы она нас вообще тронула. 150 силы атаки, вот, ой, силы защиты. Не знаю, может это какой-то коэффициент защиты? То есть, ну, не защита, а именно выживаемости какой-то. Так. Учитель, я
Я прибил эту хрень. Я не сомневаюсь в твоих умениях, но мне все равно было тревожно. И казалось, что сражение с Терафозой непростая задача даже для тебя. Благодаря за доблесть, ты настоящий герой. Ха, ты сомневалась? Ой, нет. Нет, не то. Это кнопка другая же нужна. Ух ты, 140 тысяч опыта нам даст этот квест. И я могу еще... Так, последнее послание. Да, я сейчас пойду в снега. Выполню там квест один. Вот, точнее, два вот этих квеста. Я пока в алтарь снежной бури не пойду, я в него пойду чутка попозже. Ну, скорее всего, естественно, вместе с вами. В течение... Не скорее всего, а естественно. По всему не говорит, полно странных записей от древней цивилизации. Легенды гласят, что в жаркой пустыне, где гнездят птицы, хранятся тайные исторические документы. Возможно, у них можно узнать что-нибудь важное о хаосе и спрятках, воцарившихся в Неварете. Найди нагробный камень, пророчество, прочитай сделанную надпись. Что ж, как говорится, consider it done. Ух-ха-ха, ник, который прочитать можно. Я уже и начинаю удивляться таким людям. После всех этих наборов символов. Так. А к скелету мага лучше здесь пройти. Куда он удачи не будет. Иди сюда. А вот ты. И ты мне дашь браслет. Я надеюсь. Нет? Вот зараза. Вот ты дай. Вот зараза. Вот ты так-то хотя бы дай. Обалдеть, эта хрень еще не перезарядилась. Эта штука еще и вот эту хрень ОД наша жрет. Че за бесполезный навык, а? В чем его фишка, я не понимаю. Мне кажется, он был несколько переоценен. Это мы не можем усилить. Это мы пока еще не можем усилить. А, мы только на 40 уровне теперь сможем поднять. Обалдеть. Так, а, это алтарь. Мы, кстати, туда вообще хрен прорвемся. И видите, что тут написано? Что это вообще за подземелье? Так, нет. Вот ледяные катакомбы. И вот что туда происходит. Точнее, требуется. В общем, жесть туда. Требуется, скажем прямо. И максимальный уровень персонажа теперь в игре стал не какой-то там, который там когда-то был, а уже 200-й. А, нам теперь надо в пустыньку сходить. А, это, по-моему, да, это алхимик Салливан. Что-то у меня Салливан с Уолтером, Салливаном с... Так, нет, я не то хотел сделать. Изучая тайны древней цивилизации, мы находим все больше необычного. Недавно старинная запись стала кое-что известно, кое-что важное. Можешь получить много древних реликвий и не устраивая раскопок в исторических местах. Нам всего лишь нужно отыскать гробы мумий воинов. Записи гласят, что в них хранятся несметные сокровища. Прямо в каждом гробу хранится... Прямо в гробу хранятся реликвии? Да, мудрецы забирают все реликвии, найденные на раскопках. Поэтому простым людям вроде меня остается лишь читать хроники. Мне бы хотелось изучить древние предметы, о которых говорится в записях, но мумии, охраняющих, уж очень опасно. Может, ты разбудишь для меня реликвии мумий воинов? Заплачу. Ладно, добуду. Нам не трудно, тем более, что нам квесты нужны. А за квесты-то еще и... Ух, что дают? Ух, что дают? Просто обалдеть, что дают за квесты? И... Ух ты, шлем. Усиленный легкий шлем. Не знаю, зачем я его беру. Вот эта штука меня все равно пугает. Чуть запоющее существо. Кстати, мумию... О, здорово, мужик. Дашь мне? Ни хрена она мне не дала. Тупая мумия. Нет, ассасины... Чей самурая. Вы мне не нужны.
интересно, вот эти мумивоины из чего сделаны? С чем они изначально были? Если у них мумия такого огромного размера, какого же это размера существо было изначально? Потому что вот эти еще похожи, что были когда-то чем-то напоминающим людей. Нет, я вообще прелесть этого скилла не понимаю. Скорее всего, удалю нахрен. Возьму вместо него что-нибудь нормальное. Я, кстати говоря, на том, чтобы взять новые скиллы, мне это уже очень нужно на самом-то деле. А то какая-то у меня очень слабенькая атака идет. Ну вообще ни хрена не атакую. Это не подходит нам. Здесь можно так сделать. Повысить себе параметры. На самом деле точности уклонения мне как-то не всегда же, ну, то есть я прям такого особого влияния не видел. То есть без всех этих бафов на точность я все равно промахиваюсь очень редко. А от блокировки, мне кажется, точность не должна помогать. А, нам еще надо вот сюда сходить. Все-таки пойдут кругаля, наверное. Как там? Да, вот здесь вот мы проходим через вот этот, через этот постамент. Ту-т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 у. 95 уровень. Мы сюда попадем. Это что такое? А. И, кстати, да. Если кто знает... Так, это, ты отключись пока. Что это вот это за камушки? А, я, по-моему, про них спрашиваю, но все равно. Откуда их вообще взять? Вот эти вот камни силы. Мне вообще непонятно, ни разу вообще. Мне интересно, мне два этих квеста хватит на 35 уровень. Продолжить это. Нас очень старый, некоторые слова невозможно разобрать, но кое-что удается прочесть. Само мое рождение нарушит баланс этого мира. Я оставляю позади 6 рыцарей, которых не имел. Это может стать и трагедией, и надеждой. Продолжить читать. Если нам двоим не удастся это завершить для того, чтобы быть готовыми. Хорошо ли я поступил, может стоило убрать их? Бессмертие, захват власти. Я решил оставить вас позади. Вот моя воля. Кто шумит? Вау. Арамид. Меня интересует вот этот доспешек. Который... Отстань от меня. Так, ты какого уровня там мужик? 50, что? Так, давайте его для приличия бафнем, потом. Чё ты? Что и на него не хватает? Как минимум еще одного уровня. То бишь 42 нужно вот это сделать. Так. Ой, сразу так повыше. Чтобы соответствовало 40 уровню. Да, и ловкости не хватает. Это чисто на самый слабенький вариант. Эх, а я ведь еще помню времена, когда тут фармили вот этих мобов, вот такие доспехи, чтобы их разбивать. А сейчас их уже нельзя разбивать. Они слишком слабы для этого стали. Ну и ну. Я не был полностью уверен в правдивости полученных сведений, но уходит, старинные записи меня не обманули. А, теперь я по-настоящему смогу изучать силу. Давно же я этого ждала, спасибо огромное. Эх ты, опыта-то мало дала. Ну, но зато денег дала. Деньги тоже очень... Очень важно. Нужно 8000 таких квестов выполнить, чтобы я мог себе костюм купить. 8000 таких квестов. Пойду к этому сначала. Так. Ну, Игорь, давай, давай. Спасибо. Спасибо, мужик. Или девушка. Или кто-то вообще. Не знаю, какого пола кабал. В общем, спасибо, кабал. А, выпшутился. Стражник, иди сюда. Вот у меня золотой браслет. О, вот ты в добром здравии. Долго же был, не бойся, твой путь. Ты образец доблести. Нашелся ли зеленый браслет? Да, вот он. Ох, большое спасибо. Матушка будет очень рада. Шикарно.
И сейчас мы зададим квест и та-та-та-там, прам-па-пам, у нас будет 35 уровень. Охренеть, да? Надо было сначала, кстати, в снега сбегать, чтобы потом все равно в джунгли бежать. Все эти прогрузки, не то чего, не самая хорошая вещь. О, история это. Смысл слова, конечно, есть, но о чем идет речь, я еще не понял. Вы лишь предположили, что не варе ждут перемены. Шикарно! Кстати говоря, так, 83. О, вот так у нас следующая броня будет выглядеть. Кстати, меня она прикалывает. Я ничего не делал, я ничего не видел, меня тут не было. Так, что это такое? Да, вот это обалдеть, конечно, сукс. Этот. Я даже пока оставлю. Вот эту штуку, кстати, продавать потом можно. А, стоп, что я туплю? Уже можно попробовать продать. И надо вообще продать всю эту хрень, которая у меня лежит. Да куда это пусть пока лежит, я не знаю зачем. Кстати, вот на эту. Нужно 207 интеллекта. Понятно. Понятно. Понятно вас поделили. А, кстати, надо надеть назад свою броньку. И вот так. 450 тысяч. Не, давайте посмотрим, сколько они стоят. Так, доспех, боевые доспехи, осмеевые, без свойств. Нет, осмеевые без свойств. Давайте попробуем за 500 продать. Ну, будет постоит там недельку. И не продастся. И все равно за то, что я пытаюсь, ну так выставляю и пытаюсь продать, все равно ничего не берут. Упс, что-то там сделал. Ага. Кажется, я кнопку шевелил. Так. Это тоже поставил. Ну, по дефолту цене я не буду смотреть, сколько оно стоит. Даже, пожалуй, изменю немного. Пусть поменьше стоит, чтобы был больше шанс, что его купит. Так, учитель. Послушай, доводились тебе слышать о мегаволке? Это вожак около зомби. Говорят, как бы он ни был силен, его из его хватки тебе живо не выбраться. А многих воинов отправил на бой с мегаволком. Всех ждал неудачи. Ты не желаешь попробовать? Сколько людей отправил? Их убили там? Что-то кто-то мусорит. Что-то я все собираю. Так, ну это, конечно, не то, что нам нужно, это... 8 рун. Кстати, их даже чисто вот так, даже чисто NPC-шнику сдать можно? За 5000 за штуку. Конечно, очень мало, да, согласен. Но я не гордый, я возьму и продам. Если не забуду, а то у меня инвентарь забивается. Раньше там был плюс в том, что у меня был недельный премиум аккаунт. А сейчас-то, когда я начинал играть, у меня же не было никакого премиум аккаунта. Потому что аккаунт был тот же. Просто плевать, что уже совершенно другой сервер, совершенно другие законы. И что я навсегда потерял. Ух ты ж у вас тут. Волки, волки. У-у-у-у. Собачки. Зараза такие. Так, ладно. Количество волков уменьшилось. Это меня обычный волк так ни хреново кусает. Обалдеть. Так, минус один. Так, горилла не напад... Блин. Приз... Кто-то приманил призрака? Давайте волков перебьем сначала этих. Оу, я их не перевижу. Хотя... А что мне мешает, собственно? Да чтоб тебя!
А во что я там споткнулся? Ну, кстати, посмотрите-ка. Уже пошли штрафы за смерть. Она все еще здесь стоит. На, лови. Ага. Просто подошел, взял и бафнул. Так, алтарь снежной бури. Это вещи хорошие. Не спорю. Вообще никак не спорю. Надо это одно, вот этого волка прибить. Тот, я думаю, меня, может, и не заметит. Хотя нет, зараза, заметит. Неграмотная собака. Чё за хрень? Обездвижение? 61% шанса. Чё-то ни хрена не 61%. Чё-то я, по-моему, никого не смог обездвижить этой хреновиной. Бесполезной. Как это вообще... Бесполезный скилл. Отлично. Ну это аналог вот этой получить терафозы для тех, кто рождается в снегах. Ага. Задание. О, да, удалось побить мегаволк. Тщательно. А, кстати, аукцион. Меня интересует кое-что. Предметы входа, подземелья. Вот это, кстати. Пошли бы вы. С такой ценой. Кстати, я... Почему я сейчас это посмотрел? Потому что мы... Нет. Стоп, не... Понял. Понял. Я вот ни хрена не понял. Я вот вообще не понял. Мне должны были дать квест один и дать эту карточку. Ну, стоя увлечься, все пропало. Недавно я пробовал с друзьями азартные игры и пристрастился к ним. Так улегся, очнувшись, понял, что... Не только надел долгов, но и лишился сертификата хранилища. Когда я пришел забрать сертификаты у игроков, они сказали, что потеряли его у логового москитуса, вскрываясь от облава. Не знаю, что мне делать. Понимаю, дело непростое, но может ты отыщешь сертификат? Ладно. Нет, я вот вообще не понял, почему у меня нет квеста у этого чайника. Ну что, теперь нет этого, что ли? Это как бы вообще нехорошо. Так, москитуса давайте прибьем тогда. Видимо, не знаю, что там происходит. Ага. А, собственно, куда я пошел? Я же не получил еще. В общем, выбьем вот этот сертификат и закончим на эту серию. Где я буду дальше недоумевать над этим предметом. Давай же. Комар не обжаренный. Хватит меня кусать. Ты. Комариный морда. Замечательно, у меня уже места нет. А, это он. Это сертификат хранилища, который я потерял. Благодарю. Я не забуду твои услуги. Ты не бросай азартные игры и каждый день усердно тружусь. Большое спасибо. Хоть что-то сделали. Так, давай иди-ка сюда. Магазин. Нет. Так, ну эта хрень мне не нужна. Тем более. Вообще не пригодится. Это тоже это. Тоже. Туда же. Хотя... Нет, это я верну назад. Они места много не занимают, в случае чего пригодятся.
Ну, кстати, уже эти еще не тронули. Ну ладно, эти хрени пускай лежат в хранилище. А на этом я благодарю всех за внимание. Оставляйте свои комментарии. И до новых встреч в следующих видео.